Сколько ЧП произошло на водоемах Самарской области в этот летний сезон? Как изменились санкции за нарушение правил эксплуатации маломерных судов? Имеет ли право государственный инспектор отправить незарегистрированную лодку на штрафстоянку? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит начальник Центра государственной инспекции маломерных судов Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов. Смотрите программу «Город С» и задавайте свои вопросы по телефону 202-11-22 в понедельник, 19 августа, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».